Виторган взбесился после слов Собчак о разводе. Накануне телеведущая дала откровенное интервью, где косвенно затронула тему развода. Зрители же с нетерпением ждали ответа ее супруга, актера Максима Виторгана. Отповедь не заставила себя ждать. В личном инстаграм Виторган опубликовал внушительных размеров пост. Артист отметил, мол, доброжелатели сообщили ему, что сразу на нескольких телеканалах готовится к выходу несколько программ а-ля Малахов и прочее. В этих шоу прямо или косвенно будут касаться его персоны. Также артист сообщил, что его друзей обзванивали редакторы передачи и приглашали на съемки. Некоторые телевизионщики предлагали денежное вознаграждение за участие, пытались связаться и с ним самим. Так вот, что я имею сказать? Ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то, я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю. Бывает, нужда заставит, или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого. Также Виторган отметил, что счастлив от того, что зрители не могут увидеть в этих программах людей, ему по-настоящему близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные – это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой или невялой в отдельном случае медийности, добавил взбешенный артист. Отметим, что Виторган опубликовал пост сразу же после выхода в свет программы «Эксклюзив» на Первом канале, где его супруга Ксения Собчак прокомментировала их непростую семейную ситуацию. Теледива уклончиво отвечала на вопросы, но признала, что переживает тяжелый период. Напомним, что в сети не перестают обсуждать драку Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Последнего народная молва записала в любовнике Ксении Собчак. Ходят слухи, что брак телеведущей и актера подошел к концу. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!